Здравствуйте! Сегодня будем готовить сливовицу. Другими словами, самогон будем ставить, брагу, на сливе. У меня здесь уже очищенная слива, 15 килограмм. Я ее не мыл. Засыпем сюда сейчас 2 килограмма сахара. И размешаем все это строительным миксером. Миксер лучше брать с такими плоскими лоскостями. Он будет лучше разрезать и миксировать. Вот такая жижа у меня получилась. Попробуем на вкус. Сладенькая. Итак, хорошо, что я мешал на улице, иначе я уделал бы всю кухню. Следующим этапом мы выливаем сюда 10 литров тепленькой водички. Возьмем весло. Все это мы перемешаем вот так вот, потихонечку, не разбрызгивая. Вот. И высыпаем сюда пачку дрожжей 100-граммовую. Вот так вот потихонечку мешаем и сыпем. После чего накроем крышкой и поставим теплое место. Ну, теплого места у меня нету дома. Я буду использовать такой аквариумный нагреватель, который будет поддерживать постоянную температуру. Итак, у нас прошло 10 дней. Вот такая вот жижа получилась. Запах изумительный. Сейчас мы процедим это все и будем гнать. Давайте попробуем. Нормально, вкусно. Через марлю, дуршлаг, процедим. Итак, выгнал я брагу. Получился у меня 1,7 литра сливовицы, 50 градусов. Запах просто изумительный. Всем советую попробовать. Кому понравилось мое видео, подписывайтесь на мой канал. Ставьте комментарии, палец вверх. Всем пока!